Проезд Лары Крофт. С недавних пор такая улица появилась в британском городе Дерби. Ее назвали в честь самой знаменитой расхитительницы гробниц из компьютерной игры Tomb Raider. Причем название было выбрано путем голосования. Жители Дерби неспроста остановились на Ларе Крофт. Дело в том, что головной офис компании-разработчика компьютерной игрушки расположен именно в Дерби. Надеюсь, что когда-нибудь и у нас, в России, на родине Тетриса, появится тупик имени Тетриса.